Братья и сестры, приветствую вас. Мы встанем, помолимся. Господи Боже, Отец наш Небесный, прославляем, благодарим Тебя за возможность иметь общение друг с другом, общение с Тобой, с Господом, Богом нашим. Прославляем, благодарим Тебя за время спокойное, за время благодати, за то, что Слово Твое, благодать Твоя еще действует в сердцах наших. Мы благодарим за все благословения, которые мы имеем во Христе Иисусе. Благодарим Тебя, что с помощью жертвы Господа нашего Иисуса Христа мы стали детьми Твоими, и мы можем называть Тебя Отцом нашим Небесным. Господь, мы благодарим Тебя за отцов наших, которые воспитали нас, которые дали нам возможность жить, иметь все необходимое в этой жизни. Господь, благослови это собрание, благослови всех, кто будет прославлять Тебя достойно, чтобы сделать это, в силе Духа Твоего Святого, чтобы во всем этом собрании прославилось Твое Святое Имя. Благослови слово проповеди, чтобы через проповедь истина Твоя открывалась, пение, стихотворение наши, молитвы, обращенные к Тебе. Благослови, Господи, мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Благослови весь ход этого служения и прославься в нем Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы общим пением споем сборник 652 «Красота Иисуса, светись во мне». Oh.
Приветствую вас, дорогая церковь. Сегодня молодежи выпадает такая честь поздравить всех отцов, всех наших отцов с Днем Отца. Поэтому от лица молодежи хочу всех отцов поздравить с их днем. Свои размышления хотел бы озаглавить как «Бесценная любовь отца». Почему именно так мне на сердце легло озаглавить свои размышления? Потому что просто невозможно говорить о физическом отце, не вспоминая о нашем небесном отце. Сегодня бы я хотел сравнить и показать сходство в бесценной любви физического отца и небесного отца. Итак, бесценная любовь небесного отца. Давайте откроем Римлянам, 8 глава, 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». То, что Бог не пожалел для нашего спасения Своего единородного Сына, является подтверждением Его великой любви к детям, то есть к нам, и желание одарить Своих детей всеми благами будущей жизни. Наш Небесный Отец проявил к нам самую большую и великую стадию любви. Если мы поделим этот стих на три части, то вкратце мы видим первое – это Бог ради нас, грешных детей, не пощадил Своего Сына. Второе – Он предал самое драгоценное, что у Него было для нас, для того, чтобы сделать нашу временную жизнь и вечную жизнь лучше и счастливее. Третье. Помимо того, как Бог не пощадил и предал за нас самое драгоценное, Он дарует нам все остальное, как любовь, благодать, мир, радость, прощение, Святого Духа. Я думаю, этот список можно еще долго продолжать. Для того, чтобы нас спасти, Бог сделал Своего Сына жертвой. Смерть Иисуса Христа заменила собой наше осуждение – и уединение с Ним уже сейчас на земле позволяет нам надеяться, что и на небе мы разделим с Ним Его вечную славу. Смотря всего лишь на этот один короткий стих из Библии, можно понять бесценную и безграничную жертву и любовь нашего Небесного Отца. Вторая часть моих размышлений – это бесценная любовь физического Отца. Давайте мы откроем замечательный пример из Библии, который записан в Луки, 15 глава, с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал, младший из них отцу, отче, дай мне следующую часть имения, и отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом? А я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». На самом деле, в жизни отца все так и происходит. Отец готов на все, и в огонь, и в воду. Отец ради своих детей
готов буквально на все. Как-то в семейном разговоре заговорили про любовь и жертвенность отца, и даже не задавая вопроса: «Пап, ты отдал бы жизнь за нас, если надо было бы это сделать?» Отец сказал: «За каждого из вас я отдам свою жизнь». Это очень глубокие слова, которые просто не дают тебе быть равнодушным. Я не идеальный сын, но как бы хотелось бы, когда мы горчами причиняем боль нашему отцу, чтобы в нас сразу всплывали эти слова: «Сын или дочь, ради тебя я готова отдать жизнь свою». Я думаю, после таких мыслей у нас пропадет желание огорчать нашего папу. Необъяснимая любовь физического отца к своим детям очень многогранна и глубока. Она проявляется в готовности жертвовать, защищать, наставлять, прощать и поддерживать. Хотя отцы и несовершенны, и могут совершать ошибки, их любовь остается мощной силой, которая формирует жизнь и характер их детей. Эта любовь во многом очень аналогична с Божьей любви, является важной составляющей здорового и гармоничного воспитания. Один из главных и сложных заданий отца – это воспитание детей. Бог дает мудрость, Библию отцам. Отец нас воспитывает, потому что Он любит нас и хочет, чтобы мы были похожи на отражение Бога. Откроем притчи 22:6. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Присутствие отца в жизни детей имеет огромное значение для их всестороннего развития. Активное участие отца в воспитании способствует формулировать у детей здоровое самооценку, уверенность, академический успех и социальные навыки. Отцовская любовь и поддержка играют ключевую роль в создании благополучной и гармоничной среды в семье, что помогает детям успешно адаптироваться в обществе и подготовиться к взрослой жизни. Как-то в 2013 году в США человек под именем Марк Кекс, 36-летний отец троих детей, работал в Колорадо и был известен своей любовью к своей семье и самоотверженностью. В июне 2013 года Марк и его семья отправились на отдых в штат Юта, чтобы провести время на природе. Во время поездки семья решила провести день у реки Прокво, известная своими быстрыми течениями и красивыми, но очень опасными водопадами. В какой-то момент, играя на берегу, двое детей и Марка случайно оказались в опасной зоне реки, и быстрое течение начало их уносить по реке вниз. И, не задумываясь ни секунды, Марк бросился в воду, чтобы спасти своих детей. Он быстро добрался до них, сумев удержать их на поверхности воды и направить в безопасную зону к берегу. Однако Марк сам оказался в сильном течении, которое унесло его по реке вниз. Марк сумел спасти своих детей, но сам не смог выбраться из опасного течения. Марк погиб, но его дети были спасены благодаря его любви, героизму и самоотверженности. Бог вложил в наших физических отцов почти все те же чувствования, как и у него самого в отношении любви к детям. Также хотел бы еще сказать несколько сходств, которые есть между физическим и небесным отцом. Первое – это безусловная любовь. Божья любовь к человеку безусловна. Он любит всех, несмотря на их грехи и недостатки. Многие земные отцы тоже стремятся любить своих детей безусловно, принимая их такими, какими они есть, несмотря на ошибки и недостатки. Второе – это забота и защита. Небесный Отец заботится о каждом человеке и о всех нуждах, защищая от зла духовного мира и физического. Физический Отец старается обеспечивать свои семьи, защищая и заботясь о своих детях. Третье – это руководство и наставление. Небесный Отец направляет верующих через Священное Писание, через молитву, через Святого Духа, показывая путь праведной жизни.
Физический отец воспитывает своих детей, учит различать добро и зло, помогает им стать зрелыми и ответственными людьми. Поэтому я сегодня хочу молодежь призвать всех вас, меня, чтобы ценить, уважать, любить, поддерживать наших отцов. Аминь. Мне, Отец Небесный, Господь, я благодарю Тебя за сегодняшний день, Господь, я благодарю за это служение, Господь, я благодарен за то, что Ты подарил мне физического отца, Господь, я славлю, благодарю Тебя за него, Господь, благослови остаток всего служения, благослови меня и всю нашу молодежь, ценить наших пап, уважать их и любить. Для славы Твоей все Твое прошу. Аминь. Аминь. Грабинских, Владислав и Эмма желают совершить молитву над ребенком. Очень приятно с вами встретиться по такому случаю, на этом месте. Братья и сестры, знакомьтесь, Джиованни Владиславович, надеемся, что наш брат во Христе будущий, надеемся, что будет служителем, служить Богу. Иоанн, Джиованни – это Иоанн, такое очень громкое имя, и, конечно же, очень важно, вам придется очень хорошенько постараться, чтобы этот Иоанн оправдал то имя, которое упоминается в Слове Божьем. Друзья, перед молитвой мы прочитаем такое слово. Книга Исход, 24 глава, 12 стих. «И сказал Господь Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». Интересный вопрос. Я могу ошибаться, но, по-моему, уже на то время, когда происходило это событие, в мире уже существовали такие носители информации, как пергамент и папирус. Пергамент – это кожа, специально обрабатывалась, и на ней писали что-то. А папирус – это аналог нашей современной бумаги. Из тростника делали эту бумагу. И тоже были такие свитки, брались какие-то чернила, и этими чернилами писали либо на бумаге, либо на папирусе, либо на пергаменте. И возникает вопрос, друзья, зачем Господь сам лично взял каменные скрижали и каким-то своим божественным резцом написал эти заповеди, это десятословие, эти десять заповедей именно там, на этом камне. И я просто выскажу предположение, потому что в Библии нет комментария по этому поводу, но просто предположение, друзья, что пергамент, папирус и чернила – это разнородный материал. Даже когда чернила уже на бумаге, бумага – это бумага, а чернила – это чернила. А когда на камне резцом вырезаются буквы, то буквы на камне – это тоже одно целое с камнем. Одно целое. То есть их нельзя разделить. Оно стало одним целым. К чему я веду, друзья? В Новом Завете есть такой текст. Во втором послании к Коринфянам, 3 главе, пишет апостол Павел верующим людям: «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами,
но Духом Бога Живого не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Я хочу сказать, друзья, пишите письмо своему Иоанну. Он еще не умеет читать, но он уже хорошенечко понял, что такое мамины руки, что такое мамина улыбка, что такое папин добрый взгляд и сильные папины руки, когда папа берет на руки. Он уже это хорошо знает. И он уже знает, кто чужой, а кто свой. И вы, пожалуйста, пишите это письмо. Письмо доброты Божьей, любви Божьей, справедливости Божьей. И другие детки будут появляться, и там надо будет уже справедливо решать вопросы, кто там прав, кто там не прав. И всему этому вам надо учиться. Но что самое главное? Самое главное, чтобы Слово Божие стало одно целое с вами. Одно целое. Как те каменные скрижали, на которых Бог своим резцом написал эти заповеди. И когда Слово становится одним целым, то вам легко будет писать это письмо. Оно будет естественно из вашего сердца исходить. И ваши дети будут читать не то, что вы им говорите, это прописная истина, а они будут читать то, что вы делаете, как вы поступаете, как папа относится к маме, как мама относится к папе, как вы оба относитесь к своим родителям. Они все это будут читать и сканировать, и где-то подражать. Поэтому, друзья, да благословит вас Бог писать это письмо каждый день. И пусть это будет хорошее письмо, и пусть вас сынок читает, и мы надеемся, он тоже захочет пойти за Господом, как и вы. Да благословит вас Господь, мы помолимся. Помолится мама, помолится папа, и я помолюсь потом. Дорогой Отец Небесный, я хочу тебя поблагодарить за то, что ты хранил нас в это время, за то, что церковь твоя открыта, мы можем приходить, Господи, и просить благословения над нашим сыном. Я благодарна за то, что ты создал нашу семью, за то, что ты дал мне владеть, это тоже, Господи, и ты благословляешь нас, даешь нам всего. И услышал наши молитвы, дал нам сына прекрасного, Господи, он нас радует. Родился он здоровенький, Господи, и все благополучно прошло это. И я прошу тебя, чтобы ты хранил нас, даровай мне мудрости, Господи, быть правильной женой, Господи, и мамой тоже хорошей, чтобы он видел твою любовь через наши дела, Господи, и он в свое время мог отдать себя для тебя, Господи, чтобы он имел хороших друзей тоже, чтобы мы могли правильно его наставлять, чтобы он любил Слово Твое, Господи, и любил молиться тебе тоже, чтобы он мог найти себе талант в этой церкви, Господи, чтобы он мог славить имя Твое, и чтобы он продолжал нас радовать, Господи, и прошу тебя, чтобы ты хранил и меня с Владиком, чтобы мы были хорошим примером тоже, и Владик, чтобы он вел нашу семью, Господи, правильно. Прошу тебя, чтобы ты благословил нас, Отец, Индустой мой Бог. Аминь. Господь, мы благодарим тебя за эту возможность, которую мы имеем приходить в дом твой, молиться над нашим сыночком, Господь. Благодарим тебя за то, что ты ответил когда-то на наши молитвы, послал нам его, что он родился здоровеньким, и роды прошли благополучно, Господь. Мы благодарим тебя за это. Просим тебя, чтобы ты его благословил на его хождение в жизни, Господь, чтобы он с ранних лет познал Тебя и обратился к Тебе. Помоги нам, родителям, Господь, проявлять Твои хорошие качества через наши дела, поступки, Господь, чтобы все наши дети видели Твою любовь, и чтобы мы все вместе смогли встретиться на небесах. Просим Тебя, Твоей милости к нам, Господь, чтобы Ты дальше проливал над нами. Все просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогой Отец Небесный, мы сердечно благодарны Тебе за это дитя, за этого мальчика, который пришел в мир. Мы благодарны Тебе за то, что родители, когда давали ему это имя, они вложили свою надежду, свое ожидание в будущее этого дитя, чтобы он действительно вырос тем, кто любит Тебя, тем, кто служит Тебе, тем, кто пойдет за Тобой, Боже. И сейчас желание их сердца посвятить это дитя Тебе. Благослови их в этом желании. Благослови и пошли, Господи,
чтобы Джиованни открыл свое сердечко для тебя как можно раньше. Мы молим тебя, чтобы ты коснулся его сердца. Мы молим тебя, чтобы ты дал мудрости родителям писать эти добрые письма каждый день, послание твоей любви, послание твоего слова, которое станет для них важным и станет одно целое с ними. Поэтому благослови, пожалуйста, и друзей наших, как родителей, и Джиованни благослови, доверяем тебе его будущую жизнь, его судьбу, его здоровье, его рост, возрастание и укрепление. Боже, пусть твоя добрая, благодеющая отцовская рука сопровождает его по жизни. Благодарим тебя, нашего доброго отца. Аминь. Выслушаем пение «Как прожить на свете без любви». Затем еще пение группы «Храни свое сердце, храни». Жить на свете без любви, без любви святой, не зная Бога. Без тебя, мой Бог, печальны дни. В сердце пустота, в душе тревога. Темно, без тебя нет счастья, без тебя тоска, сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю боль, ты. Со мной я не боюсь трудных и опасных испытаний. Именем Твоим с грехом борюсь. Быть с Тобой предел моих желаний. Счастья, без тебя тоска, сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю боль, ты. Власти дать прощение и отцом, и другом моим быть, укрепляя веру и терпение. Без тебя темно, без тебя нет счастья, без тебя тоска, сердце рвет на части.
забываю боль, ты моя победа. Без тебя темно, без тебя нет счастья, без тебя тоска, сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю боль, ты моя победа. Слава Господу! Слушаем стихотворение «Отец», затем пение сестер. Какое счастье быть христианином! Граф убит в сражении Давидом, Израиль ликовал и юношу хвалил, а царь позвал его к себе с серьезным видом. «Кто твой отец?» Давида он спросил.
Отец – глава семьи и должен быть примером. Отца достойного на небе ждет венец. Да, матери любовь бесценна и безмерна, и мать нам всем нужна, но нужен и отец. Кто твой отец? Вопрос звучит поныне. Творим ли мы добро или сеем ложь и зло? Коль сын добр, отец восхвален сыне, коль зло, клеймо и на отца легло. Мир скор на суд и медленно хваление. За зло детей винят отца всегда. Мы – дети Бога, мы Его творения, да не забудем это никогда. Вы миру свет, Христос сказал однажды, да светит свет ваш всюду для людей, чтоб, видя свет тот, отражали жажду хвалить отца отцов, любить царя царей. Аминь. Губительных от всех грехов, дышать одною радостью лучистой и отражать Спасителя любовь. Какое счастье лично быть прощенным, омытым кровью Его крестных мук. Доверчиво покая все не рук. Какое счастье быть свободным, чистым от язгубительных, от всех грехов. Дышать одною радостью лучистой и отражать Спасителя любовь. Чистым от язгубительных, от всех грехов. Дышать одною радостью лучистой и отражать Спасителя любовь. Дышать одною радостью лучистой и отражать Спасителя любовь. Еще выслушаем пение братьев «Седина виски посеребрила». В глазах искрится всем на радость.
благодарность за таких отцов. Не словом, а делом нам служат отцы. В лазурных пределах гордах кривенцы. Отец наш небесный, спасибо тебе за скромных и честных отцов наших всех. Столько лет трудов, переживаний, а постов, молитв не перечесть. У отцов особое призвание, и отцам особенная честь. Наставления, советы, папы никогда не переоценить. Господи, воздай многократно и продли пути земного они. Не словом, а делом нам служат отцы. В разумных пределах Бог даст им венцы. Отец наш небес, спасибо тебе за скромных и честных отцов наших всех. Не словом, а делом нам служат отцы. В лазурных пределах Бог даст им венцы. Отец наш небес, спасибо тебе за скромных и честных отцов наших всех. Море шумит, буря страшно грозит, враг пытается душу страшить. Приветствую вас, дорогая церковь. Слава Богу за этот воскресный вечер и за эту привилегию всех поздравить отцов наших с этим праздником. А не только отцов и дедушек, да, это как отец дважды, да. Слава Богу, что в нашей церкви есть много хороших отцов, хороших дедушек. Слава Богу за это. Особая благодарность хотел подметить перед тем, как буду читать слово. Хотел уделить внимание отцам, которые первые сюда приехали, вспоминая свое детство, да,
что отцам, которые первые сюда приехали, не было этой церкви, не было того зала. Собирались еще в Агум и перед Агум другой церкви во Спрингфилде. Им было очень сложно. Это больше для молодежи. Многое, что они пережили, да, вам это не видать. Вы родились, все в удобствах уже имеете, очень много, что они не имели. И особая благодарность этим папам, которые пахали, работали, получали. Я знаю, многие, кто здесь сидят, да, кого муж нету, работали и посуду мыли, и донатсы делали, и пиццу развозили, да. Кто стройкой, кто чем мог, чтобы прокормить семью. Многие были ситуации, где не знали, где жить, как рент платить, да, были разные сложности. Но смотря назад, да, скажите, слава Богу, что мы имеем то, что мы сегодня имеем. За этот огромный дом молитвы, за количество детей, которые Бог дал нам, это благословение, это слава нашему Небесному Отцу. Интересно, мы прочитаем сейчас разговор Иисуса в храме. Это было одно из его посещений в храме в Иерусалиме. И он разговаривал, стоя у сокровищ, и, как обычно, возле него были его ученики, были также и законники, фарисеи, саддукеи, книжники. И мы прочитаем этот отрывок. Это записано Иоанна, 8 глава, 38 стих и 44. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 38 стих и ниже. Иисус говорит: «Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца Вашего». Здесь вы заметите, что Иисус будет говорить о отцах. «Сказали ему в ответ: „Отец наш есть Авраам“». Это ему отвечают евреи, законники. Они говорят: «У нас отец Авраам». И Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамова делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дело отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». И здесь мы видим, что с ним вступает спор, и говорят: «Нет, у нас отец Авраам». Когда Господь Иисус, смотря на их сердце, видя их лукавство, он говорит: «Вы делаете дела вашего отца». И он, можно сказать, так косвенно, да, говорит им, кто у них отец. Интересно, читаем дальше. Иисус сказал им, когда они сказали: «У нас отец – это Бог», он говорит им, Иисус сказал: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Мы видим, что здесь, в этом диалоге в храме, Иисус показывает, что есть два отца, оказывается. Есть Отец Небесный, Бог, которому мы поклоняемся. И, к удивлению, эти законники, они и фарисеи, они были все служителями, они были в храме Бога Отца, Владыки Вечного, Бога Авраама, Исаака, Якова. И они в сердце были или в разуме были убеждены, что они все правильно делают, и они спорили с Иисусом. Но Иисус знал ихнюю жизнь. Так же, как Иисус знает мою жизнь, мои дела, так же Он знает каждого из нас. И зная ихнюю зависть, зная ихние похоти и так далее, Он им прямо говорит, сначала Он косвенно говорит, что вы делаете дело отца вашего. И когда они идут на спор, то он говорит конкретно: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего». Похоти – это желание или desires, что мы порой можем несознательно исполнить желание другого отца, которому мы не хотим служить.
Сегодня в Доме молитвы собрались дети Божьи, или приближенные к Богу люди, или дети верующих родителей. И сегодня это слово в День Папы, в День Отца, когда мы благодарим наших отцов, и мы хотим что-то для них приятное сделать, это хорошо. Слава Богу, что у нас есть хорошие отцы и дедушки. Сегодня я хотел бы вместе с вами порассуждать о нашем Небесном Отце и задуматься, и задать вопрос себе лично, к каждому из вас, а что хочет или что приятно нашему Богу, нашему Небесному Отцу, что Ему приятно, что Ему нравится, какие у Него желания, чтобы сегодня могли вечером поразмышлять, проверить свое сердце, свое состояние, какие у меня отношения с моим Небесным Отцом, который знает все. И если я буду хитрить, лукавить, это я делаю только сам хуже себе. Согласитесь. Что хочет наш Небесный Отец? Мы можем открыть Михея, 6 глава, 8 стих. Здесь очень интересно сказано. Михея 6, 8. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Если я люблю Бога, если я говорю, что я люблю Бога, то я буду искать, познавая Бога через Слово Его, познавая Его волю, что Ему приятно, что Ему угодно. И использовать это короткое время, сегодня вечером хотел бы сделать акцент на заповеди Господа. Мы прочитаем еще 1 Тимофея, 2 глава, 1 стих и чуть ниже. «Что Бог хочет, и что хорошо и угодно Господу. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, со всяким благочестием и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Или можно сказать, нашему Небесному Отцу. Получается, Ему угодно, чтобы я жил... Я к себе это лично беру, да, чтобы я жил тихо, негромко, не вызывающе, в благочестии и в чистоте, чтобы мои руки, мои глаза были чистые. Это угодно моему Господу. Это Его желание, чтобы каждый из нас, Его дети, жили тихо, в благочестии и в чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. И самое главное, мы читаем третий стих, здесь так написано, который хочет, это Бог, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Четвертый стих. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это желание нашего Небесного Отца. Из-за этого наш Небесный Отец, да, на протяжении тысячи лет через пророков пророчествовал, что придет Мессия, придет Сын Человеческий, который возьмет грехи всего мира на Себя, Иисус Христос, и что благодаря вот этой жертве Иисуса Христа каждый из нас может получить усыновление даром, бесплатно. Слава Богу, что вот это слово, оно сегодня живо и действенно, что спасение Господь сегодня дает каждому даром, и Он может приютить любого человека, независимо от твоих грехов, от где ты был, чем ты занимался, Господь силен спасать и сегодня. Сегодня слово звучит к обращенным, как и мне, как каждому здесь сидящему, который уже называет себя Детем Божьим. Мы видим, что, читая Слово Божье, особенно как проповедовал Иисус, у Него были очень интересные проповеди. И в одной из проповедей Евангелия Иоанна, 14 глава, 15 стих, и здесь интересно, он вот эту мысль повторяет дважды. Мы почитаем 15 стих и 21. Иисус говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Иисус говорит, «Если вы любите Меня, вы говорите, что вы Бога чтите». Он говорит, любите Мои заповеди, Мои законы.
Его ученик Иоанн, это уже после Вознесения Иисуса Христа, 1 Иоанна, 5 глава, 3 стих, апостол Иоанн так говорит, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу. Можно такой вопрос задать, что есть любовь к Богу? Любовь к Богу, мы находим ответ здесь. Когда мы соблюдаем и любим Его заповеди, когда мы понимаем, что заповеди Божьи, Его законы, даже которые были написаны Моисеем, да, или самим Богом на этих скрижалях, эти законы, эти заповеди Бог оставил во благо нам. И здесь интересно, мы читаем дальше. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». И Иоанн говорит, Его заповеди не тяжкие, что вот эти законы, которые Господь нам оставил, вот эти заповеди, мы прочитаем сегодня, я хотел бы напомнить, я знаю, многие из вас уже знают, но хотел напомнить заповеди нашего Бога Отца, которые Бог оставил уже много лет назад. И как сегодня наш брат-пастырь говорил, интересно, что я первый раз так услышал такую аллегорию, что Бог не написал каким-то чернилом, но эти заповеди были вбиты в камень. Мы прочитаем Исход, 20 глава. Вот этих 10, можно назвать их даже желаний Бога к человеку, чтобы человеку, мне, вам было хорошо здесь на земле. «И изрек Бог все слова сии, говоря, Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Я это переведу, как это ко мне относится. «Я Господь Бог твой, Алексей, который тебя спас из греха и дал тебе жизнь вечную, и усыновил тебя, и назвал тебя сыном». И здесь относится это слово сегодня ко мне и каждому здесь сидящему. «Да не будет у тебя других богов пред лицем твоим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. И не поклоняйся им, и не служи им. Ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Мне нравится другой перевод, здесь написано «благоговейно произноси имя Божье». Благоговейно, с трепетом, когда ты говоришь о Боге, о Иисусе, когда ты читаешь Библию, молодежь, чтобы это не было лежа, или чтобы это было аккуратно, чтобы у нас было это благоговение, что мы думаем или разговариваем о нашем Боге и Отце, что был вот этот трепет. «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела, а день субботы, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раба твоя, ни рабынь твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». «Ибо 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Господь, Бог, заботясь о моем здоровье, о вашем здоровье, Он нам дает вот это повеление, чтобы мы работали, но один день в неделю мы посвящали этот день для Господа. Мне нравится, что у нас есть воскресенье. Мне это слово начинается, когда это Христос воскрес. Мы знаем, да, что коммунисты пытались убрать Бога из своей страны, но даже день не смогли поменять. Как было воскресенье, что Христос воскрес, да, 7-й день, что вот этот день мы до сих пор сегодня, Sunday, да, что мы этот день отмечаем, и чтобы мы учили своих детей, что в этот день мы не должны или не имеем даже права делать обычные вещи. Мне бывает даже неприятно, когда едешь в воскресенье, и ты видишь, как наши, может, близкие соседи косят траву, кто-то
кустики подрезает, это воскресенье. Когда-то в Америке, да, где мы живем, в воскресенье закрывались все магазины, все заправки и все остальное. Это был день, когда все шли в Дом Божий. Да поможет нам Господь, чтобы мы светили вот этот день, посвящая его Господу, чтобы иметь общение с семьей, с детьми, иметь общение с Господом. Чтобы мы любили церковь, чтобы мы знали, что в день седьмой Господь отдыхал. И Он оставил вот эту заповедь, чтобы наша душа тоже отдохнула и подкрепилась словом, чтобы мы пришли в Дом Божий. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Молодежь, это конкретно к вам относится. Когда вы живете со своими мамами и папами, чтобы вы не просто их слушались, чтобы вы относились к ним с уважением, с почитанием, чтобы вы шли к ним навстречу, советуясь и спрашивая у них разрешения и не самовольничать. Не убивай, чтобы наша рука не подымалась на кого-то, не причиняя кому-то вред. Не только мы знаем, можно убить руками, можно убить словом. Мы знаем, что иногда люди говорят, лучше бы меня ударили, да, чем это слово сказали. Чтобы я, каждый из нас, помнил, что наши слова имеют очень сильную силу. Не прелюбодействуй, чтобы мои глаза смотрели ровно, правильно. Не кради, чтобы моя рука не трогала то, что не мое. Чтобы был вот этот страх в каждом сердце, чтобы не взять то, что не твое, не схитрить, не слукавить. В нашей стране можно, бывает много возможностей, где можно где-то схитрить. Ты думаешь, никто не заметит. Но да благословит Господь нас, чтобы мы мудро поступали в этом, чтобы вот это закон, вот эта заповедь, она была мне, нам во благо. Не произноси ложное свидетельство на ближнего твоего. Здесь Господь конкретно заботится о каждом из нас. Ложное свидетельство – это сплетни, это гассип, это когда я что-то услышал или что-то увидел и пошел переносить. Господь, заботясь о даже здоровье, можно сказать, церкви, предупреждает нас и говорит конкретно, чтобы мы ложное свидетельство не говорили, чтобы, если ты не знаешь, или если это слово, или эта новость не даст никому какой-то пользы, зачем это дальше произносить? Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Я думаю, эта заповедь последняя, не завидуй, относится сегодня ко мне и каждому здесь. Потому что, согласитесь, если посмотреть, можно чему завидовать. Всегда кто-то будет тебя лучше, или иметь лучший дом, или машину, или самолет, и так дальше, и так дальше. Да? Мы знаем, это даже смешно, но посмотреть на вот самых богатых, у них соревнования на яхтах. Если почитать, то это просто даже смешно, что они строят яхты, которые... Они редко сами на них бывают. Но вот эта зависть, которая и соперничество, которое человек вызывает, исполняя, опять я подчеркну, желание своего отца, чтобы, проверяя свое сердце и то, что происходит в моем сердце, я сравнивал или сканировал себя, я исполняю вот этими мыслями или желаниями, которые сейчас происходят, желание этого отца или моего отца настоящего на небе, и чтобы корректировал себя в нужное время, чтобы не согрешить. Да поможет нам Господь, чтобы вот эти заповеди, которые Бог оставил, чтобы нам было хорошо. Мы понимаем, да, что Господь эти заповеди оставил, чтобы мы, как люди, как церковь Его, жили дружно. Интересно, Иисус, Матфея, 22 главе, прочитаем 37 стих и ниже. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего». Здесь Иисус суммирует вот эти все 10 заповедей, можно сказать, в две самые главные, в основные. И опять говорю, когда Иисус проповедовал, Он это делал очень доступно даже для детей. Его дети многие слушали, бегали за Ним, потому что Он рассказывал глубокие истины, но очень просто. Он взял вот эти 10 заповедей, которые мы сейчас прошли, Он взял их, суммировал в две главные. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим
и всей душою Твою, и всем разумением Твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь». Мы видим, Иисус говорит про вот эти первые, можно сказать, четыре заповеди. Он их суммирует в одно, чтобы мы любили Господа. «Вторая же, подобная ей, возлюбили ближнего Твоего, как самого себя. На сих двух заповедей утвержден весь закон и все пророки». Давид, мне очень нравится этот псалом. Мы знаем, что Давид любил Слово Божье. Он написал самый длинный псалом, или да, самая длинная книга в Библии. Это про Слово Божье, про заповеди, про уставы, про законы. Псалом 18, 8 стих и ниже. Давид так говорит: «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых, повеления Господа праведны, веселят сердце». Интересно, повеления Господа праведны, они даже могут твою душу, которая унывает, Слово Божье может это сердце развеселить, может дать тебе вот эту радость. «Заповедь Господа светла, она просвещает очи, открывает глаза, когда у тебя темно, когда ты, может, плохо видишь». «Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно, все праведны. Они в вожделении золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда». В соблюдении Слова Божьего Давид видел великую награду, потому что он знал на опыте, если он пребывает в Слове и исполняет закон, он не грешит. Как только он расслабляется, отступает от закона, он попадает в соблазные ситуации и делает грех. И нам Слово Божье показывает на страницах Писания, где Давид побеждал и где он не бодрствовал, попадал в грех. Бог хочет сегодня, чтобы, как Иисус Навин сказал в 24 главе, 15 стихе, это последняя часть, «Я и дом мой будем служить Господу». Бог хочет, чтобы каждый отец и даже дедушки, чтобы могли с твердым решением сказать, что «я и дом мой, мы будем любить закон Божий». Мы будем любить вот это слово. Мы будем его читать каждый день, чтобы это слово, оно пребывало в устах, в сердце, в разуме нашем. И пожелание такое сегодня практическое каждому из нас, особенно у кого есть детки, чтобы учили стихи наизусть, что если у вас есть двое, трое, пятеро детей, мы сами так начинаем практиковать, чтобы один стих в неделю, пускай кто-то из детей выберет стих или с молодежи, напишите его, повесьте на холодильник, и пускай вся семья, ваш дом, учит этот стих за неделю. Мама, папа, все, кто живет в доме, пускай это будет ваш стих недели вашей семьи. Чтобы наша молодежь, наши дети, они пропитывались Словом Божьим. Чтобы мы помнили, отцы, нашу ответственность. У нас это быть отцом – это большая привилегия, но также это большая ответственность. Чтобы мы ставили правильные уставы в своих семьях, чтобы Господь обильно благословлял наши семьи, нашу церковь. Да прославится наш Господь, чтобы Ему была за все вечная слава. Аминь. Выслушаем пение «О, я грешник бедный», затем пение трио «О мой Господь». О, я грешник бедный, правда я таков, если Бог бессмертный не был спас меня, то погиб.
Я
Выслушаем пение сестер. Помоги мне, Господи, затем пение брата. Трудная дорога. Смириться, хочется взывать,
помоги молиться и не унывать. Дай мне помнить свято, что путем скорбей шел Христос когда-то, возлюбя людей. И когда сгустится зло вокруг опять, помоги молиться и не унывать. И когда сгустится зло вокруг опять, помоги молиться и не унывать. Овладел всецело сердцем и душой, чтобы не страшиться, чтобы устоять, чтоб всегда молиться и не унывать, чтобы не страшиться, чтобы устоять, чтоб всегда молиться. Приветствую, дорогое собрание, братья и сестры, друзья, гости, посетившие Дом Господень. Присоединяюсь ко всем вышесказанным поздравлениям, которые сегодня были адресованы нашим дорогим братьям, дедушкам. Пусть вас Господь благословит сохранить этот образ Отца, который запечатлен в Слове Божьем. Благодать вам и мир да умножится в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. В заключение, буквально коротко, хочу обратить на один текст наше внимание. Это книга Судей, 2 глава, с 20 стиха. Книга Судей, 2 глава, с 20 стиха. «И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он, за то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать имя Израиля, станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет». Вы знаете, когда читаешь книгу Судей, такое, я не знаю, было у вас такое ощущение, как будто ты попадаешь в какое-то средневековье Ветхого Завета. Знаете, брутальные люди, суровые нравы, анархия, безнравственность. И все это можно объединить под одним названием. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. На первый взгляд операция по завоеванию Ханаана прошла успешно. Земля была покорена. В качестве трофеев сыны Израиля получили огромные города, наполненные всяким добром. Они стали владельцами плодородных земель. Им досталось множество домашнего скота, уютные дома, виноградники и, конечно же, сокровища, которые они взяли у своих врагов. Но по факту осталась неразрешенным одна очень серьезная проблема, которую израильский народ так и не смог решить, который на протяжении всего 400-летнего правления Судей, как заноза, постоянно давала о себе знать. И проблема эта называлась «непокоренные народы Ханаана». Священное Писание приводит как минимум 4 основные причины, почему Господь не уничтожил или не изгнал эти языческие народы. Но у нас сейчас нет времени говорить об этом подробно. Я всего лишь хочу немного более подробнее, скажем так, коснуться одной причины, которая заключалась в том, что народы, которые населяли земли Ханаана, остались для того, чтобы быть своего рода испытанием или экзаменом. Станут ли сыны Израилевы держаться пути Господней
и ходить по нему так, как держались отцы их, или нет? Путь отцов, проще говоря, преемственность поколений. Вы знаете, очень часто молодые люди или новое поколение думают, что это понятие является каким-то человеческим изобретением, каких-то религиозных лидеров с целью как-то удержать молодежь, не потерять своего влияния. Но на основании Слова Божьего, текста, который мы сейчас с вами прочитали, мы сегодня можем смело заявить, что преемственность поколений – это не человеческое изобретение, это не вымысел человеческого ума, это является именно Божьим определением и пониманием. Так Бог заложил, так Бог определил, это так Господь задумал. И одной из важных задач отцов было то, чтобы научить своих детей, как служить нашему Господу, как поклоняться Ему, как искать благоволение в очах Его, как убегать от греха. И сегодня тот день, когда люди хотят обратить внимание на какие-то добродетели своего отца, выделить какие-то качества, заслуги. И в целом это неплохо. Но для нас, христиан, верующих людей, сегодня есть особая возможность проверить себя, а я иду по пути отцов своих или нет. Вы знаете, Америка – это не земля обетованная, и тем более не рай. Но вопрос, который Господь задал своему народу, или правильнее будет сказать, экзамен, который Он определил им, направлен сегодня и к нам с этим вопросом. Станут ли наши дети держаться пути Господнего и идти по Нему так, как держались отцы наши, или нет? Когда мы соприкасаемся со Словом Божиим, мы можем увидеть, что слово «путь» очень часто применялось в значении как символа духовной жизни. Писание повествует нам об отце всех верующих Аврааме. Посмотрите, какое поручение или миссию Господь на него возложил. Это Бытие, 18 глава, с 19 стиха. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Смотря на жизнь потомков Авраама, Исаака, Иакова, мы видим с вами, что Авраам выполнил эту миссию. Он указал путь к Богу, он научил, как прибегать к источнику воды живой, он научил, как служить Богу, как прославлять Его имя. Путь отцов – это когда дети служат и поклоняются Богу так, как это делали их отцы. Братья и сестры, давайте сегодня себе каждый задаст этот вопрос. А я хочу идти за Господом так, как это делал мой отец. Хотим ли мы сегодня, чтобы сохранилась эта преемственность поколений, чтобы мы и наши дети служили и поклонялись нашему Господу так, как это сделали впереди нас наши отцы? На один момент хочу просто обратить наше внимание. Это опасность пренебрежения пути Господня, по которому шли наши отцы. Как я уже говорил ранее, преемственность поколений – или путь отцов, о котором мы сегодня говорим, это не человеческая выдумка, изобретение, это Божье определение, которое имеет четкое библейское основание. Мы сегодня не проповедуем путь традиций, каких-то преданий. К примеру, как в некоторых, может быть, даже деноминациях, церквах есть такое представление, но нельзя галстук одевать, это говорит, что стрелка указывает в ад. Нельзя, чтобы скрипка присутствовала в музыкальном сопровождении, это грех. Я думаю, вы понимаете меня. Мы не говорим о тех традициях, которые не имеют под собой четкого библейского основания. Мы говорим о том пути, где в основании лежит Слово Божие, где поклонение происходит в духе и истине, в страхе Божьем. Об этом пути идет речь. И тем не менее, не все с этим сегодня согласны. Не все хотят сегодня держаться пути отцов своих. В наше время это абсолютно не модно. И вообще это очень часто преподносится как пережитки патриархального прошлого. Сегодня уже со многих церковных кафедрах можно услышать, что путь отцов, которым шли десятки поколений, он себя полностью исчерпал. Нужно заменить
вытеснить все старое и заменить новыми идеями, консервативный путь заменить на более гибкий, толерантный, убрать границы дозволенного, скажем так, полностью отказаться от опыта наших отцов. Что характерно, но в Библии мы также находим одну очень интересную личность с очень сильно похожими такими взглядами и идеями. И человека этого зовут иудейский царь Манассия. Очень интересная личность. В 12 лет он становится царем очень богатого и успешного царства. Иезекия, его отец, сделал все для того, чтобы передать своему сыну крепкое царство. Люди во время правления Иезекии, они боялись Господа, они служили. Это был благочестивый царь. Просто идеальные условия, чтобы продолжить служить Господу так, как это делал его отец. Но вместо этого он на 180 градусов меняет курс, который взял его отец Иезекия. Он отвергает служение живому Богу, он отвергает путь своих отцов, он изгоняет и истребляет всех пророков. И в конечном счете он на полвека погружает в кромешную тьму идолопоклонство и отступление от Божьих путей себя и весь иудейский народ. Но мне интересно другое. Что заставило 12-летнего мальчика, вот этого юношу, направить курс своей судьбы и целого народа в противоположную сторону? Возможно, он, как многие молодые люди, посчитал, что идти за Господом – это скучно, это не модно, это неинтересно, путь отцов сильно консервативный. К сожалению, сегодня очень многие так думают. Посмотрите, что случилось в конце жизни этого царя. Второе Паралипоменон, 33 глава с 10 стиха. «И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Манассия, что Господь есть Бог». Вот когда он оказался в стесненных обстоятельствах жизни, прошел через посмешище, унижение, когда он достиг самого дна, дальше уже просто падать некуда, вот тогда он только понял: Господь есть Бог. Вот только тогда он смирился. Обратите внимание, перед кем? Богом отцов своих. Возможно, сидя в сырой грязной темнице, в цепях осмеянный, опозоренный, как блудный сын у этого корыта свиного, он пришел в себя. Он вспомнил слова своего отца. Прав был отец. Прав был отец. Правильно, что он наставлял. Правильно говорил, что держаться надо Господа. Только в нем смысл всей жизни. Дорогая молодежь, братья и сестры, не торопитесь повторять судьбу иудейского царя Манассии. Счастье, оно не находится в спортивных элитных машинах. Оно даже не в криптовалюте и мешках денег. Смысл жизни не в том, чтобы стать независимым от своих родителей и попробовать все удовольствия этого мира. Не в этом смысл. Не ждите, пока ваша парадигма жизни, философию, которую вы избрали для себя, заведет вас в тупики, и вы окажетесь у такого же разбитого корыта. Идите к Иисусу Христу. Он есть единственный путь, истина и жизнь. Только Христос может дать вам истинное счастье. Пусть нас Господь благословит и сохранит нам и нашим детям дойти до Небесного Отца и там прославлять Его. В пожелание хочу оставить всем нам один стих, который записан в 3 книге Царств, 8 глава, 57 стих.
Третья книга Царств, 8 глава, 57 стих. «Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас». Бог да благословит нас в этом. Аминь. Склонимся в молитве. Благословенный Небесный Отец, Господь и Бог наш, мы приходим к Тебе в этот час. Мы Тебе сердечно благодарим за это слово, которое Ты нам оставил. Вместе с этим мы хотим попросить Тебя, чтобы нам выполнить то определение, которое Ты оставил на страницах Священного Писания, чтобы нам и нашим детям служить Тебе, идти за Тобой так, как это делали перед нами наши отцы, деды, которые сохранили эту веру. Я прошу Тебя особенно за молодежь, чтобы Ты им дал эти духовные силы среди этой духовной пустыни, когда столько дозволенного, столько искушений, пройти и сохранить веру, сохранить верность Тебе и встретиться там на небесах. Мы просим Тебя и благодарим Тебя за все, Бог наш. Аминь.
Время подошло к концу нашего служения. Будем делать объявления. На неделе, в среду у нас будет служение в 7 часов вечера, в четверг у нас будет братский совет, в субботу у нас в 7 часов утра будет молитвенный завтрак для братьев, как мы уже объявляли, да, возраст не ограничен, и в субботу в 2 часа дня будет брак. И в воскресенье в 10 часов утра, в 10 часов утра и в 5 часов вечера у нас также будет служение. У нас продолжается регистрация в детский христианский лагерь с 10 до 14 лет, который будет проходить с 24 по 28 июня. 29 июня будет лагерь при церкви для мам с маленькими детьми с 0 до 4 лет. Вот, где-то и общение, поддержка для мамы. Вот, такое общение будет один день. Поэтому тоже в фойе можно будет подойти, чтобы зарегистрироваться и чтобы могли рассчитывать, сколько сестер будет здесь находиться в это время. Молодежь тоже говорят, что осталось сладкое, и после служения еще можно приобрести сладкое, которое продается на круге, да? Что можно приобрести. И эти вырученные средства пойдут на служение молодежи. Просьба, я думаю, это кухни, которые едут в лагерь, туда, которые с 10 до 13 лет, они просят передать сладкое вот деткам туда к чаю, или 24 июня, когда дети туда поедут, или принести в субботу 22 июня и подписать, что это на лагерь. Потому что кухня, те, которые едут устраивать, они будут выезжать в воскресенье утром. Это, я думаю, дети, чьи туда едут, родители, ну, хорошо было бы побеспокоиться, чтобы у деток было штук чая. Есть просьба к молитве. Прошу церковь помолиться за меня. В субботу я лечу в Мексику, чтобы послужить Господу там. Сестра Катя просит, чтобы церковь молилась об этом. Есть благодарность к молитве, что Господь благословил, и у сестры Олеси были нормальные результаты, и они благодарят за это Господу. Вчера была конференция в Уилкесбери, сестры наши туда ездили, и они вот передают оттуда, от этой церкви, от пастора и от сестер, вот, которые там были, сердечный привет. Если есть еще приветы для нашей церкви, мы просим передать. С Пенсильвании. За переданные приветы мы сердечно благодарим и просим от нашей церкви передавать приветы. Просим. Помолимся. Господь Бог наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты Бог наш, за то, что мы знаем Тебя. Ты нам открываешься через Слово Твое, Ты нам говоришь через Духа Твоего Святого, который живет в наших сердцах. Мы благодарны Тебе за то, что, уверовав в Тебя, Ты готов жить в наших сердцах, чтобы работать, чтобы говорить, иметь это общение, вечерю с Тобой. И мы просим, благослови нас, любя Тебя, исполнять заповеди Твои, чтобы Ты мог полноценно царствовать и быть господином наших сердец. Мы просим, благослови молодежь, мы благодарны за их участие, за то, что столько у нас деток, молодежи в церкви, подростков, за то, что мы можем вместе славить Тебя. И мы просим, Господь, Ты видишь сердце каждого из них. Мы просим Тебя, сохрани их от всяких грехов, зависимости, от всего недоброго, нечистого. Господь, благослови их, чтобы они являлись свет и пример для окружающих. Нас, родителей, Господь, благослови также, чтобы мы ходили с чистым сердцем пред лицом Твоим, чтобы не было никакого лицемерия, лукавства, но чтобы через нашу жизнь они могли видеть Твой свет и хотели подражать нам. Мы просим, Господь, работай в наших сердцах, в нашей жизни. Мы просим Твоего благословения вот, и на поездку сестры в Мексику, чтобы оно было благословением там. Мы благодарны Тебе за то, что Ты ответил вот, просьбы родных и близких, и результаты вот, у сестры, они благополучные, и они радуются и благодарят за это. Мы просим, благослови нас в приготовлении вот, к всем мероприятиям, к лагерям, которые будут проходить, потому что они тоже настолько важны, чтобы каждый вожатый, кто туда поедет за различные служения,
они имели правильное предстояние пред Тобой, чтобы находили время и внимание, чтобы уделить деткам, чтобы никто не был потерянным, чтобы могли чувствовать, что они нужны, что вожатые имеют истину от Тебя, чтобы слово, которое будет раскрываться в темах, на уроках, вот, на служениях, чтобы через это был прославлен Ты, наш Господь, чтобы во всем было слово здравое, которое нужно для каждого возраста. Мы просим, благослови нас вот среди этой рабочей недели, в домах наших, чтобы там звучало Слово Твое, чтобы мы имели общение друг с другом и с Тобой. Услышь молитвы наши и благослови нас. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим.